На барахолке нашел непонятную штуковину, она продавалась за бесценок. Видно, что продавцу самому хочется поскорее от нее избавиться. Купил, пришел домой. Внезапно она завибрировала. Твою голову штурмуют образы змей, сектантских ритуалов, помидорные жижи, вытекающие из глаз. Невыносимые пытки, богомерзкие таинства. Он обратил на тебя внимание, будто вечность твоя голова страдала. Очнулся. На часах не прошло и минуты. Как ни в чем не бывало, продолжаешь свои дела. Спустя час субъективного времени заметил что-то странное. Стрелка часов не сдвинулась ни на секунду.